Grazie. Cin cin. Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня будет очень интересный летний стрит-стайл, он будет также красив, но интересен тем, что у нас примерно 36 градусов жары. И посмотрите, какой уличный городской стрит-стайл, насколько закрыты жители Падуи, гости Падуи. Я уже много раз отмечала, что именно летом жару удивляет, насколько итальянцы как будто бы не по сезону тепло одеты. Сегодня я вновь отправилась на рынок. Сегодня на рынке было снимать очень сложно, потому что, ну, просто очень жарко. И большая часть палаток, она находится под солнцем, хотя все закрывают козырьками как могут свои палатки. Посмотрите, какие красивые изделия из соломки я нашла. По всей видимости, это местное производство. Также мне очень понравились сумки макраме. Сумки макраме с бахромой, я видела, смотрятся очень красиво в движении. Продавец этих сумок очень настороженно отнесся к съемке, разрешил мне снимать, но, конечно же, он боится, что его изделия будут скопированы. И я спросила, по каким дням он приезжает на рынок. Оказалось, что он на рынке каждый день, поэтому каждый день вы можете найти вот такие интересные сумки. Вот она, авоська, которую я хотела. Посмотрите, как красиво выполнено, в каком красивом цвете. Мне кажется, это абсолютно стрит-стайлерский вариант. In giro non trovi facilmente. Eh sì, infatti io sono per queste cose. Il crapo non me le trovo dai negozi dappertutto, allora sono messo male. Io sono in ricerca di particolarità. Sono sempre dappertutto, vuol dire che ce l'hanno tutti. Troppo facile. Не хочет продавец, чтобы эти сумки потом оказались во всех других ближайших магазинах. Я его совершенно понимаю, и действительно я сталкиваюсь с тем, что очень часто в съемке отказывают внутри магазина в том числе, потому что очень ревностно относятся к выбору. И выбирать вещи для потенциальных покупателей все сложнее и сложнее. Действительно, мы с вами видим, что очень часто в разных магазинах примерно один и тот же ассортимент. Рынок – это место в Италии, где можно найти не просто красивые вещи, но и встретить огромное количество хорошо одетых людей, мужчин и женщин. Удивительно, но так, итальянки, итальянцы очень любят рынок, не скрывают
своей любви к рынку, не скрывают того, что одеваются на рынке. И действительно, на рынке можно встретить, мы много раз с вами убеждались, красивые и качественные вещи по доступной цене. Итальянцы очень дружелюбны и очень открыты. Все время со мной кто-то разговаривает и какую-нибудь интересную историю мне рассказывает, как, например, сеньор, который сидел рядом со мной, он заинтересовался тем, что я снимаю, он ждал своих спутниц и рассказывал о том, что да, женщины очень любят подобные развалы. Очень мне понравилась девушка в зеленых брюках и в белой рубашке в начале этого видео, но мои преференции на стороне этой сеньоры, которая выбирает что-то себе на рынке. Я ее несколько раз потом встретила в городе в ее макси-платье с сандалиями, с сумкой из соломки. Она выглядела просто потрясающе, похожа на городскую фею. Я уже обращала ваше внимание на вот такие платья. Я говорила, что они стоят около 20 евро, но моему удивлению не было предела. Оказывается, за 12 евро ты можешь приобрести себе полностью стрит-стайлерский вариант. Посмотрите, какие красивые цвета. Они достаточно аккуратно сделаны, но, опять же, за 12 евро сложно претендовать на что бы то ни было в плане отделки. Но в любом случае эти платья потрясающе смотрятся. Мы их увидим в огромном количестве. Так называемое платье слип-дресс в Италии очень любимый и популярный именно летом. Ну что ж, мои прекрасные зрители, по традиции говорю, что на сегодня это все, но мы с вами очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова, желаю всем хорошего настроения и прекрасного дня. Всем пока-пока.